Ну вот, еду я, везу груз, холодильник. Смотрим температуру на панели. 34 градуса показывает. Ну, не сильно большая температура. Холодильник стоит на постоянном режиме работы, и он заглох. Вот, смотрите, постоянный режим. Вот заглох, вот он пишет ошибку. А 17, высокая температура нагнетания. Сейчас рассыплюсь, отъеду, чтобы холодильник начал дышать и завелся. Вот такие дела, вот такая работа. А груз с термодатчиками, медицина пока показывает вот, вот заданное значение, а вот температура, которая, и она растет, надо срочно отъезжать и заводить. Later. Ну что, отъехал я. Сейчас будем пробовать запускать. Значит, сначала ошибки снимаем. Нажимаем алярм, стираем ошибки. Список активных сигналов стер. Ну-ка, заведется ли он сам, сейчас подождем. Ладно, попробуем на автомат перевести. И переводим на постоянку. Сейчас, секунду. Вот, перевели на постоянку. 21 градус в холодильнике. А должно быть 20. Заработал. Короче, пацаны, горой надо отъезжать чуть-чуть. Ну, посмотрим, как он сейчас будет работать, но по идее дышать ему будет легче. Посмотрим, может придется еще дверь открыть.